Здравствуйте, мои прекрасные! И мы вышли на финишную прямую нашего с вами марафона. И если оглянуться, мы долго работали с вашими целями, с вашими установками, с вашей внутренней силой. И сейчас мы все глубже и глубже переходим к контакту с вашей душой. И сегодня наш урок называется «Чужая цель». И сегодня возьмите все свои 12 целей, о которых мы говорили в самом начале. И важно понять, что огромное количество целей в нашей жизни являются чужими. Огромное количество задач и хотелок, за которыми мы бежим, к которым мы стремимся, являются не нашими. Это цели, которые нам привлекло общество, привлекли наши мамы с папой, привлекли наши воспитатели и учителя. Так вот сейчас возьмите список ваших целей и истинно посмотрите на них. Какие цели являются вашими, а какие цели мамиными или папиными, или, может быть, первой учительницей, или, может быть, той Кате, соседке, которая тогда была чище, чем ты, красивее, чем ты, и лучше делала домашнее задание. Сейчас соединись со своей душой, ты уже умеешь это делать. Возьми список своих целей и напротив каждой цели напиши, чья истина эта цель, твоя или нет. Проанализируй сегодня еще раз свои цели. И честно ответь себе на вопрос, какие из них твои, а какие нет. Забегая вперед, скажу, что это нормально сегодня обнаружить, что все 12 целей не имеют к тебе никакого отношения. Это нормально, когда сегодня ты поймешь, что вся твоя жизнь не имела до этого дня никакого отношения к тебе. Это были просто программы, которые тебе навязали. Еще раз, соединившись с душой, посмотри на свои цели и задачи. Еще раз проанализируй и напиши в сегодняшнем отчете, чьи это цели на самом деле. Твои, папины, мамины, учительницы, твоего партнера, социума или кого-то еще. Я жду ваше открытие и увидимся завтра.